Витязь! Меня придавило! Смотри! Ух, ёпта! У тебя регистратор сел. Куда ты, блядь? Куда ты лезешь, блядь? Куда ты едешь, блядь? Да похуй, блядь! Туда вон объезжай! Объезжай туда! Вот дорога свободная! Вот, пишет. Пишет. Регистратор пишет! Дорога у тебя свободная! Будем стоять. Регистратор тебя записал. Вы включили потом уже. Вы включили уже потом. Вот. И калибр 240 миллиметров, напомнил Гоша. Какая разница? Ну, ухлопаешь ты сотню-другую моих терминаторов, а остальные только окрепнут в вере. Неужели ты еще ничего не понял? Ты залез на мою территорию, друг. На мою территорию. Гоша взял со стола пачку Ротманс и аккуратно забросил ее в невидимый ящик стола. Пачка легла точно, за ней полетела зажигалка. Борис, тоже не глядя, ящик задвинул. Мне не хотелось. Продолжайте движение 11 километров.
Одна здесь, кажется, далеко, а там на дороге близко, там-то далеко.